Всем доброго времени суток, место Авангард, и мы продолжаем играть в Амори. Обстоятельства сложились так, что не выходил мне никак записать, и сейчас, возможно, тоже не самый лучший момент, потому что я чувствую себя каким-то сонным. Возможно, так я могу больше законнектиться с персонажем, ведь он тоже только проснулся. И, может быть, тоже еще ощущает какую-то сонливость. В любом случае, посмотрели на себя. Привет, Саня, это записка от мамочки. Помнишь, что чистить свои зубы каждый день? Давайте почистим зубы. Конечно, у Келли, наверное, там уже распухла рука. Мы, наверное, ему уже больно стучать, но мы должны почистить зубы. Иначе мы не имеем права даже выходить из дома с грязными зубами. Ну, теперь можно и открыть. Можно только восхититься его упорством. Долбит он просто не переставая. Так, тут у нас что? Нибудь новое, точнее, есть. Интересно, какие сегодня веселые новые встречи нас ожидают в доме, когда мы вернемся в него вечером. И вообще, какой сегодня будет день? Я уверен, что ничего плохого не произойдет. Ведь это Амори, добрая и радостная игра. Привет, алло, алло, Сани, ты там? Что-то нам поплохело прямо аж от встречи с Келем. А что, я все еще могу как бы не открыть и... Может быть, даже перескочить на другой рут, или это просто так, или это, ну, знаете, как бы заглушка, ведь мы откроем дверь и как бы все, в дом мы уже не вернемся. Ладно, давайте откроем эту дверь. Просто Кель в нее так упорно и долго стучал, что было бы грустно, если бы дверь таки осталась неоткрытой. Привет, Саня! Хорошего утра тебе. Ну, сейчас, наверное, скорее уже полдень. Похоже, что Кира не вернется до сегодняшнего ужина, поэтому я подумал, что я зайду немного позже. Мама хочет, чтобы я купил кое-какие вещи на дальней площади перед тем, как он вернется, и я подумал, что будет веселее, если мы выйдем вместе. Хочешь войти со мной, Саня? Конечно, хочешь. Ладно, пойдем. О, киса, мы ее знаем, она где голодная. А если у меня рыба? У меня нет никакой рыбы. Мне нужно срочно пойти и купить ее. Что ж... Блин, как хочет показать Келли свой дом. Неприятная надпись была оставлена на асфальте прямо перед домом Келли, где сообщается, что он издает некие неприятные запахи. Что за черт? Что здесь произошло? Проклятие, должно быть это Обри и ее... Скутерская банда. Саня, честно, от меня идет запах какой-нибудь? Думаю, лучше спросить у собаки. Но Кель все равно нас не пускает. Возможно, боится, что собака так и раскроет его тенденции. Возможно, в отличие от нас, он не чистит зубы каждый день. И, возможно, это не единственное, что остается нечищенным в его организме. Ладно, зато друг он хороший. Так, слово о неприятных запахах. Мусор, к сожалению, только увеличился в количестве со вчерашнего дня. Ну, кто как мы не мы соберет его? Кто как не мы очистит природу? Какие-то мини-кели бегают вокруг. Эй, парни, приятно вас видеть. Эти новопереработчики устраивают большие перемены здесь. Это первый раз я вижу, чтобы столько людей взяли на себя инициативу пособирать мусор. Это работа гораздо легче. Ар-ар. Но что-то мне кажется немного подозрительным. Интересно, что? Мы ведь тоже участвуем в этой инициативе. А, так это что ли и был какой-то мини-кель? Это были мы из прошлого? Господи, как много мусора! Как много мусора! Все в мусоре! Вчера еще ничего не было. Так, ну ладно, думаю, все же Кель проигрывает этому уважаемому бездомному. Эй, приятель, есть немного денег? Я бы это правда оценил, блин, реально может задонатить. Но сегодня у нас, возможно, щедрое настроение, давайте задонатим аж 5 долларов. Господин без... Таким образом, господин бездомный заработал на донатах больше, чем я за весь канал. Спасибо тебе огромное, блин, такое чувство-то деньги на ветер, ну, по крайней мере,
может почувствовать себя хорошим человеком. Наверное. Жизнь была довольно стрессовой в последнее время, но то, что наблюдение за людьми здесь помогает мне встретиться с другой точки зрения. По-моему, я тоже читал. Так, ну и, собственно, можно обменять мусор. Интересно, что же с этими людьми не так? Или подозрение старика все-таки зря. Блин, я случайно купил яблочный сок, но не в этом дело. Это там не базиль случайно? Я уже думал, что это опять иллюзия, но похоже, базилий все-таки настоящий. В принципе, я как-то больше привык видеть иллюзорных базилий, чем настоящий. Может быть, и нет никакого базилия на самом деле. Эй, Кель. Эй, Сани. Привет, Базиль, приятно видеть тебя. Чувствуешь себя лучше после вчерашнего? А? Вчерашнего? Что ты имеешь в виду? У тебя была сильная боль в животе, разве нет? Поэтому тебе пришлось пойти в ванную. Верно. Да, я теперь чувствую себя гораздо лучше. Не хочешь провести с нами время сегодня? Сани ненадолго здесь еще. Недолго ему осталось. Недолго ему осталось сейчас здесь быть с нами, ты знаешь? Я не знаю. Чисто я, когда меня куда-то зовут. Может быть, завтра? Ну, еще один день все-таки у него есть. Прости. Не переживай, тебе не нужно вставлять себя. Мы всегда сможем наверстать позже. Да, ты прав. Хорошо, тогда увидимся позже, я думаю. У американской семьи небольшой пикник на природе, можно сказать. Довольно приятное семейное времяпровождение. Американец, как настоящий стереотипный американец, уже предвкушает, как водить зубы в нежный сочный бургер. Честно говоря, в такой момент тоже хочется быть стереотипным американцем. Дорогой, будь внимателен, булочки подгорают. Черт, спасибо, милая, это было близко. В общем и целом, парк не сильно изменился после вчерашнего. Посмотрим. Я так и уверен, что нужно зайти в Пицца Гина и в пекарню в Watermart. Веди путь, Сани. Это было как тот раз, когда мы... Да, и затем... Честно, я думаю, что... Да, определенно. Как я говорила, можешь ли ты поверить, я одна, но затем... Так, какие-нибудь новые хобби у нас тут появились. Эй, Саня, только что кое-что вспомнил. Ты же, когда мы были детьми, и ты убегал из дома, чтобы пойти в хоббис посреди ночи. Мы никогда не могли встать в школу на следующее утро, и Хиро и Мари всегда спрашивали, почему мы выглядим так устало. Уверен, они что-то подозревали, но я рад, что они не так и не сказали нашим мамам. Мы были тогда любителями приключений. Это был немного неловкий диалог, в основном потому, что мы промолчали. Повсюду иллюзии прошлых нас. Я даже не успеваю понять, кто это именно, как они уже исчезли. Я работаю в конфетном магазине, но люблю приходить сюда во время перерывов. Всегда есть что-то новое, на что нужно посмотреть. Я думаю, клерк бы предпочел, чтобы она не только смотрела, но и покупала. Это место немного маленькое, да, я помню ее. Тут очень много всяких старых редкостей. Это, конечно, прекрасно. Ладно. Пицца. Ну, а тут же все мои друзья собрались. Пицца Гина — это бомба. Это отвратительная, грязная, маслянисто выглядящая сырная пицца. Мне как раз такая и нравится. Давайте уже жрать. Ну а такие призывы я люблю, такие призывы мне нравятся. Хотя пицца звучала не аппетитно, но выглядит на аппетитно. Так, чавк. Мы все еще собираемся пойти в нашу секретное место сегодня, верно? Я собираюсь перевести мою удочку, чавк. Сделаю ее сама. Блин, уже забыл, Энджел, это девочка, мальчик, вообще ничего не помню. Да, из крутой палки и скакалки сделал вчера. Думаешь, что сработает, Чарли? Чарли загадочно молчит. Хм, так мы отправляемся в нашу секретную точку отдыха, чавк. Это идеальное место для свидания. Я не принял в виду одну из моих особенных леди. Плавать. Чавк звучит. Довольно весело. Ну? Пока вы все дурачи здесь, все как дети.
Я буду занят тем, что буду кидать камешки, ну, блинчики. Я ищу идеальные... Я искала идеальные камни всю неделю. Можешь врать сколько хочешь, Ким, но ты никогда не перебьешь рекорд Обри. Заткнись, Микаэль. Как будто кто-то из девочек на самом деле захочет отправиться в озеро, отправиться на озеро с тобой, если ты мне заплатишь. Не сказал, чем звать меня Мави... Я прикусил язык. Ну и неудачник. А, мастер Вранины. Блин, не знаю, что это за заклинание, что это за чары. А, ты заплатишь за это, Ким. Расшифровал с языка боли. Да, мне кажется, нам тут не очень рады. Вот это игнор. Даже не понимаю, почему с нами не хотят общаться. Саня и Кель, что здесь делаете? Разве не знаете, что так грубо тревожит людей, когда они едят? Это Нёрд. Ставь нас в покое. У нас нет дел к тебе сегодня. Он очень сосредоточенно жует. Уважаю. Пицца. Нет, нет, никаких упоминаний еды. Я не хочу никакой еды. Я не хочу есть. Это ложь. Привет. Хоть кто-то попытался с нами пойти на контакт. Здравствуйте и добро пожаловать в Гинопиццу. Что я могу принести вам? Привет, я здесь, чтобы забрать заказ. Понятно, что вы хотите. Ой, я знаю, может, вы хотите пиццу? Я думаю, моя мама позвонила, чтобы заказать геройский сэндвич этим утром. Я здесь, чтобы забрать его. Блин, надеюсь, это что-то типа 30-сантиметрового саба, а то как-то даже неприлично чем-то меньшим приветствовать вернувшегося героя. О, понятно. Вы семья, которая прошла заказать сэндвичи вместо пиццы. Но это в меню, разве нет? Блин, тоже частенько в пиццерии нашей, которые есть в Иркутске, заказываю не пиццу, а всякие другие прикольные штуки. Да, ты прав, наверное. Ладно, пойду принесу его. Ты знаешь, не знаю, говорю ли тебе когда-то это, но поэтому прозвище моего брата Хира. Ты думаешь, что это из-за какой-то очень крутой причины, типа он спас щенка, когда он был ребенком или что-то такое? Но нет. И он просто правда любит сэндвичи, а как его по-настоящему зовут? Я думал, что Хира это реальное имя. Но оно, конечно, странное, но как только тебя не называют. И автобус номер 63, и Иисус Христос лучший. Ну, отличные, в общем, имена бывают всякие. Хорошо, вот ваш геройский сэндвич, пожалуйста, наслаждайтесь. Я, конечно, немного разгневан этим мужиком, блин. Семья тут регулярно заказывает сэндвич, он еще жалуется. Он жалуется, что мы платим ему деньги за эти сэндвичи. Круто, спасибо. Ладно, мы теперь можем идти с Аней. Я готов, когда ты готов. Теперь нам просто нужно найти, купить, забрать печенье из пекарни Watermart. Watermart. Ладно. Так ты хочешь услышать хорошие новости или плохие новости? Я решил, что самое время поработать. Конечно же, один молодой человек решил не составлять мне компанию, но что поделаешь. Начнем с хороших новостей. Хорошая новость в том, что у нас три разных заказа на пиццу сегодня. Плохие новости в том, что, ну понятно, опять заболел наш доставщик. Три покупателя — это наши регулярные посетители, поэтому мы перестали списывать их адреса давным-давно. А почему нужны всякие CMR, в общем, всякие системы клиентского обслуживания удобные, где все будет фиксироваться. А если поменяется вообще весь персонал, то все, регулярные посетители как бы отправляются в мусор, да? Нет, нужно все фиксировать, чтобы все было четко и так далее. Не могу судить, они живут, но я помню, как их выглядят дома. Вот, просто возьмите записки, движ в порядке, они опять будут с ужасным почерком, но показывать, наверное, заново эту мини-игру я вам не буду, если только не случится времени что-то интересное. Просто не очень интересно смотреть, как мы ходим по домам, хотя, конечно, возможно, есть какой-то развлекательный элемент в том, чтобы смотреть, как я пытаюсь расшифровать эти записи. Не стесняйся, носи свою форму города и помни, что тебе нужно доставить три пиццы. Когда закончишь, просто при велосипеде сюда и обратно. Я рассчитываю на тебя при велосипеде. Какой-то новый яс получился. Да, вот отличная надпись. Я вообще справа вот не уверен, это какие-то буквы или что-то неприлично это нарисовано, даже непонятно. Take down the street to the петли with the
Ладно, думаю, все-таки за кадром это сделаю. Пойдем в пекарню. Моя мама сделала там заказ. Перед тем, как пойти в пекарню, так и купил рыбу. Киса, похоже, рада. И она упрыгает. Она оставила нам подарок. Это мусор. Мусор тоже в наши дни стоит денег. О, грустно. Так, ну что же, где это ваша пекарня? Где эти мягкие французские булочки, которые нам обещали? Или что могла заказать мать Келли, даже не знаю. Свежий хлеб. Свежий хлеб. Хочешь свежего хлеба? Они просто зазывали. Да, я хочу свежий хлеб, самый свежий. К возвращению нашего дорогого друга. Мы управляем этой пекарней 4 поколения с тех пор, как моя мать приплыла сюда из-за морей. Надеюсь, что однажды мои дети смогут пронести дальше наши традиции, управляя этой пекарней. То есть начать все для меня и моего мужа. Добро пожаловать в нашу семейную пекарню. Чего вы хотите? Эй, я здесь, чтобы забрать заказ. Да. Твоя мать сказала, что ты придешь. Хотя я ждал, что ты будешь здесь немного раньше. Я пойду принесу твой заказ. Неужели все уже зачерствело, уже невкусно? Ты знал, эта пекарня принадлежит семье Микаэля. Да, тогда чувствую, не факт, что семейная традиция продолжится. Но может она степенится, так сказать, и возьмется за эти, скажем так, багеты и тоже будет приводить их в нужное состояние и доставлять радость людям. Господи, я что-то уже не уверен, про что я говорю. Ну, собственно говоря, думаю, тут не догадаешься тому, что он носит этот ужасный желтый парик все время. Да ладно, нормальный парик. Похоже, что он прилагает большие усилия, чтобы выделяться и отличаться от других. Вот ваш заказ, сир. Мы надеемся, что скоро с вами увидимся. Пожалуйста, наслаждайтесь своей выпечкой. Замечательно. Круто, спасибо. Волонтером можем идти, Сани. Я готов, когда ты готов. Так, ну кто-нибудь еще тут есть? Это случайно. Да, я так и подумал, что это мы из прошлого. Так, свои конфеты можно закупиться. Я, кстати, тут еще за кадром сделал работу, где нужно ловить мух. Это было так же не весело, как и в прошлый раз. И шоколадочки, много всего нового. Давайте возьмем свой 5 шоколадок. Благо, они тут раздаются буквально за так. 5 конфет. Еще можно одно карамельное яблочко прихватить. Или даже 2. Да. В сладостях мы прямо таки не сдержаны. Пожалуйста, проходите еще, или будет хуже. Хуже, думаю, уже не будет. Возможно, они подсаживают на свои конфеты. И мы уже не можем жить без них дальше. Эй, незнакомка, как? Дело с твоим последним шедевром. Кель, Санни, приятно вас смотрите, ребята. Идет неплохо. Я просто рисую всякие разные конфеты здесь. Они выглядят так вкусно. Не думаю, что я смогу устоять и не купить себе угощение. Твой рисунок отлично выглядит. Даже показать владельцу, мисс Кэндис. Я уверен, она оценит его. О, правда? Я не знаю. Должна ли я? Да, конечно. Раз ты так не думаешь, Санни. Да, 100%. Возможно, даже... какой-нибудь делаю предложение, какой-нибудь коммишн предложит. Какой-нибудь, может, рекламный постер, нарисованный ею. Возможно, это немножко будет в продаже. Хотя, думаю, не так все неплохо, блин. И целое крыло выделено в этом супермаркете. Да, Саня, я согласен. Мисс, это определенно же показать ей. Или иначе я покажу? О, нет. О, пожалуйста, не надо. Нет, я не сделаю этого с тобой. Я правда думаю, что ты должна это показать ей, когда закончишь. А, хорошо, сделаю. Тогда вперед. Ты сможешь, Минси? И Минси неистово скетчет. Важный розыгрыш, молодой человек. Посмотрим, какой олигарх сможет больше всего в 30-часовом бою. Ну, надеюсь, бы сегодня не 30-часовые бои. Хотя было бы, конечно, интересно, но пусть никто бы не выдержал. Блин, деньги кончаются. Все, что я заработал непосильным трудом, все кончается. Ну ладно, у нас еще одна подработка где-то была. Ах, Саня, такой молодой, уже паш на 3 работах. Вот поистине полезный для общества человек. Что ж, выпечка, чек.
сэндвичи. Чек. Галочку расставили. Ну, это все как раз вовремя. И похоже, что солнце вот-вот сядет. Давай вернемся в мой дом. Хиро тоже должен вернуться в любой момент. Какую мне купить настольную лампу? Розовую, голубую, обычную, вычурную. Вот что-то вообще имеет значение. Для меня все равно все это выглядит как мусор. Ненавижу решение, думаю, мне сейчас тошнит. Реально непросто. Да вроде все лампы неплохие, можно по считалочке. Если все равно на самом деле. Детишки, как идет ваш день? Мой день неплохо. Это прям моя братичка превращает мою жизнь в ад. О, я все вспомнил, кто это. Я вожу, повозился с ней еще немного последней ночи, но стало только хуже. Может быть, время поза профессионала. Нет, что я говорю? Моя гордость не позволит мне сделать этого. Я должен починить ее сам. Я еще вернусь за тобой, ты тупая братечка. Так, такие упражнения немножко опасны моего горла. О-оу, эй, Санни, давай пойдем куда-нибудь еще. Кель, сынок, это ты? Что ты здесь делаешь? Раз я не должен выполнить поручение для своей мамы. А, привет, пап, я тебя это не увидел. Пойдем с Аней. Разве у нас нет правда важных вещей, которые мы должны сделать? Да, мы должны выйти. Не хочу опаздывать, интересно, на какие у них отношения. О, тогда ладно, видимся позже, чемпион. Трасса нормальная. Ладно, Кель не дает мне. Даже приблизиться к его отцу. Почему на самом деле? Домой он не хочет, чтобы мы к нему заходили. Ну уж просто ему не хочется лишний раз коммуницировать с родителями. Мало ли, еще нагрузит чем-нибудь. В принципе, тоже можно понять. Но это даже странно. Всем еще раз доброго времени суток. Вы, наверное, удивитесь, почему такая фраза прозвучала посреди записи. Дело в том, что с момента... С прошлой минуты, на самом деле, прошли сутки, потому что я после записи решил, что отличная идея лечь спать. Наверное, возможно, было заметно, что я очень сонный в первой половине, надеюсь, от этого сильно хуже не стало. И я постараюсь больше в таком состоянии не записывать, потому что ни к чему хорошему это не приводит, но мне как-то было совсем уже тяжело на душе из-за того, что прошла неделя, и никаких новых серий не выходило. Поэтому я решил, что уже записать любой ценой, но, как видите... Толку от этого не было, и все равно с опозданием выходит серия. В общем, это все очень печально, но давайте продолжим. Давайте донатим $10 гитаристу. О, спасибо вам за все. Теперь ему должно хватить на... я не помню уже на что. С этим своим пожертвованием я, похоже, наконец смогу покинуть город. Не думаю, что мне есть много что брать с собой, поэтому, наверное, я уеду довольно скоро. Возможно, он едет вместе с нами. Я должен попрощаться со всеми, но я даже не знаю, как я скажу это своему отцу. Наверное, мне стоит сначала дать знать моей младшей сестре Джой. Джой тоже знакомая что-то, возможно, мы ее уже встречали. Что ж, хоть кому-то мы помогли. И давайте пойдем дальше. Нам нужно домой Келли, насколько я помню. Но, возможно, перед этим еще что-то мы можем сделать. Например, посмотреть, как дела этого парня с его знаменитой протечкой. Мы, правда, его уже видели сегодня. А это снова вы, ребята. Как видите, перемещаясь по городу со скоростью света. Буквально 5 минут назад он был в этой... в общем, магазине, где продаются всякие вещи для ремонта. И вот он уже дома, готов к новым свершениям. Вы здесь для моральной поддержки или что? Я, правда, ценю это. Входите. Я еще закончу учинить эту долбанную протечку. Неужели у него получится? Блин, как кожа все мокрая, все в лужах. Я что-то вспомнил, как в Sims тоже протечки возникали, тоже все в лужах, и у персонажа начинает резко падать полосочки с характеристиками. Вот этот парень я точно уже на исходе. Я буквально вижу над его головой красный кристальчик. Блин, он так смеется, будто он уже готов стать суперзлодеем и пойти захватывать этот мир. А что, протечка — это вполне достойная мотивация для будущего диктатора и тирана. Результат, к сожалению, прежний. Но вызовет уже сантехника, я как будто какая-то жена, которая высказывает, уже не родил мужа. Просто вызови сантехника, хватит пытаться починить все сам. Господи, его трясет, не страшно. Крики боли. Ой-ой-ой-ой-ой, мне кажется, теперь тут не только сантехник понадобится, но я уверен, эту дырку он тоже сможет починить.
Мы заглядываем в эту дыру в форме человека, а внутри ракушка. Блин, неужели он мутировал в ракушку? Ну, в принципе, быть ракушкой — это лучше, чем жить с протечкой. К тому же, именно, мне кажется, форма морской ракушки поможет наиболее хорошо приспособиться к новой атмосфере вокруг, скажем так, водяной, морской. В принципе, довольно логичное решение, господи. Столько же стен он пробил. Господи, тут тоже протечка! Тут тоже протечка! Или мы ее уже видели? Почему Келли исчез? Мы зашли в ванну, и Келли исчез. Дверь не пустила Келя. Почему? Слушайте, он просто исчез. Он исчез в пространстве между стенами. Возможно, он уже не вернется внутри у нас. А, он там, слава богу. Господи, давайте просто сами вызовем сантехника. Мы не можем. Ладно. Оставим это на его совести. Так, сможем ли мы посетить церковь? Да, сегодня нас пробует день. Честно говоря, это место выглядит каким-то очень мрачным. Очень мрачным. У меня странное чувство от... из-за кладбища сегодня весь день. Блин, давайте заглянем, собственно говоря. Я еще в прошлый раз хотел это сделать, но... Мужчина, что вы тут делаете? В воздухе какое-то что-то не хватает. Духи, они воют. Такое чувство, что они готовят приветственную вечеринку. Кто-то может скоро присоединиться к ним. А? Что так меня сотрясло? Думаете, сумасшедший или что? Не судите так быстро. Вы тоже поверили в это, если бы вы видели то, что видел я. Блин, какой зловещий мужик. И тут не следует нет никакой музыки. Я так понимаю. Господи, как тут много могил. А. Вот она. Наша дорогой Мари. Солнце светило ярче, когда ты была здесь. Она была здесь. Мари. Кажется, вот это было так давно. Я все еще думаю о ней все время. Я уверен, ты тоже. Ты знаешь, когда Мари умерла, Хира правда перестал заботиться о чем-либо. Он не хотел вылезать из постели, чтобы пойти в школу или даже есть. Он прекратил заботиться о себе, перестал печь и готовить. И так все было почти год. Мама и папа тоже не знали, что делать. Мы все пытались помочь ему и поддерживать, но ничего на самом деле не работало. Одной ночью я пошел к нему, когда он был весь закутан в одеяло, и начал говорить всякое. Вроде как мы все скучаем по нему, и как мы хотим, чтобы ему стало лучше. Как все правда беспокоятся. Как Мари не хотел бы видеть его таким. Я думал, что я помогаю ему, но... Но Хира разозлился. Он внезапно вскочил и начал орать и кричать на меня из-за кучи вещей. Некоторые эти вещи были довольно болезненными, но я думаю, я многое как бы заблокировал себя в голове. Его глаза уже были супер красными, но чем больше он кричал на меня, тем сильнее он плакал. Я пытался сделать все, что в моих силах, чтобы успокоить его, но что бы я ни говорил, ему только становилось хуже. Я никогда не видел раньше, чтобы Хира делал что-то подобное. Это правда меня поразило. Я был так напуган, что, ну... Что я тоже начал плакать. Со временем... В один момент мама и папа прибежали в нашу комнату. И поторопились к нему и обняли, успокоили. Но они полностью проигнорировали меня. Я думаю, что тогда Хира... Наконец пришел в себя, потому что он подбежал ко мне и сразу же обнял. И просто продолжал извиняться снова и снова. Но, по крайней мере, Хиро стал гораздо лучше после этого. Он снова начал заботиться о себе. И гораздо больше концентрироваться на школе. И присоединился к куче всяких, ну, внешних вещей. Наверное, типа всяких клубов, знаете, как в Японии. Кружков, может. Он от природы хорош во всем, но он все еще работает правда упорно. Так что я горжусь им. Я думаю, он теперь немного более, более закрытый человек, чем был раньше, но я правда просто рад, что мой брат снова со мной. В любом случае, прости за долгую историю, и не думаю, что я рассказывал кому-то об этом раньше. Это не его вина, но я все еще думаю, что Хиро винит себя за смерть Марии. Хиро никогда не приходил сюда, ни разу. Я знаю, что это правда больно, но может быть, так для него лучше. Я не знаю. Я рад, что его брат вернулся к нему. Жаль, что наша сестра уже к нам не вернется. Слушайте, это же тот самый цветок, который был у бабушки, да, возили в комнате.
языке цветов ты символизируешь фразу «Мои мысли будут следовать за тобой в твоих снах». Я хотел положить цветы на могилу Марины, я не знаю как. Из интереса тут есть хлеб. И, похоже, довольно свежий. Ладно, не будем уж воровать могилу. Интересно будет, конечно, сегодня видеться с Хирой. Это слишком печальное место. Давайте пойдем отсюда. Так, собственно, дадим ракушку. О, она такая милая. Спасибо. Так, она что-то вертится в их руках. Эй, не подсматривать. Да, она же обещала нам какую-то награду, но пока никакой награды нет. И вот, наконец-то готово. Спасибо, что собрали все эти милые ракушки для меня. Вот кое-что, что я сделал для вас. Мы получили ожерелье из ракушек. То есть, по сути, мы, можно сказать, дали ракушку на переработку, и она вернула их нам назад. Мои друзья сделали для меня, когда я покинула школу на острове. И поэтому я подумал, что я могу разделить это чувство с кем-то еще. Я надеюсь, что, глядя на него, ты будешь вспоминать свое время здесь. Удачи со всем. Я уверен, ты будешь в порядке. Насчет в порядке, я подумал, что, возможно, это Саня как раз сейчас примерно в таком же состоянии, в каком был Хира. Как нам описывал это Кель только что. Слушайте, ничего себе у нас вещей, да? Но это еще, по крайней мере, пафает. Неплохо так наши характеристики, это лишним нам не будет. Но, возможно, у нас нет такого Келя, который мог бы нам помочь. Даже не уверен, что это Кель, на самом деле, помог Хира. Скорее, обстоятельства сложились так. Я надеюсь, что нам тоже кто-нибудь поможет. Так, следуя, встретил снова ту старушку, которой мы принесли лекарства в прошлый день. Ну, снова здравствуйте, я должен поблагодарить вас за то, что помогли мне забрать мои лекарства вчера. Вы знаете, вы, детишки, напоминаете мне о двух моих сыновьях, когда они были маленькими. Они сильно отличались друг от друга, но они очень хорошо ладили. Люди всегда говорили, что они балансируют друг друга. Я же так и не выгляжу, но мне в этом году будет 64. У меня уже было 7 детей в свою жизнь, ничего себе. Но все переехали, кроме моего старшего сына и моей младшей дочери. Но мой старший никогда не покидает своей комнаты, так что, наверное, вообще никогда не видит. Слушайте, это не тот криповый чел, который сидит в темной комнате с компьютером. Да, это он. Ему есть что нам сказать? Я не знаю, что он имеет в виду. Он говорит, что он более пандемичен, чем, может, заразен. Он говорит, что, в общем-то, философию, да, он Бузе учил. И он был, и он совершил какое-то огромное открытие, буквально с новых размеров. Все на 100, нет, может быть, на 1000 лет слишком рано существует во времени, чтобы осознать мой гений. В общем, буквально через 1000 лет его поймут. Так что нам все равно его не понять. Я не понимаю, для меня его язык слишком сложный. Я реально сейчас себя отстал, общаясь с этим персонажем. Так, что у нас тут происходит? Ага, моя собака Лука снова выбежала из двери. Он всегда пытается выбраться из дома. Иногда я думаю, что он живет тут только ради еды. А, это который мы советовали, да, как лучше рисовать. Ну как советовали, просто соглашались со всеми ее задумками, ну вроде неплохо получилось. Впрочем, я на самом деле понимаю, надо просто хочется поделиться своей мыслью с кем-то. И не держать ее в себе. Даже если ты не ищешь мнение того, кто тебя слушает. Куда он делся на этот раз? Блин, реально, где Лукас? Может, Лукас просто устал из-за того, что хозяйка вся в творчестве не обращает на него внимания? О, май, тут целых две собаки. Может быть, это и есть Лукас? Или, может, Лукас раздвоился? Может, Лукас его сын? Я пришел его навестить, может даже завозить ленты. Хорошая собачка. Гав-гав-гав. Был ли это Лукас? Он, к сожалению, не представился. Или, возможно, просто не поняли, как он представился. Так, ну, по крайней мере, она покинула. Слушай, вообще, тут еще какие-то мольберты притылись за деревьями. Но до них мы добраться не можем. Лукас, это вы? Да, похоже, это был он. А, Лукас, не беспокой меня так. Эй, это вы отправили Лукаса назад сюда? Прошу прощения за проблемы. Вот, возьмите это. Мы получили кисточку для рисования. Возможно, мы сможем освоить новое хобби. Или оно может стать грозным оружием. К сожалению, для нас не может. Можем пользоваться только голыми руками. Кстати, когда Кельша вернет нас наш нож?
Не знаю, сейчас все эти вещи, их можно надеть, но ненавидеть ничего не делать, или я чего-то не понимаю. Я поговорю с Лукасом, выдам нам мусор. Возможно, то, что он думает о нас за то, что мы отправили его назад. Ну, ладно, наверное, имеет право на такое мнение. Что же, собственно говоря, давайте наконец пойдем в дом Келли. В доме Базили нам никто не отвечает, если кому-то интересно, как и большей части домов. Примерно так в целом и находятся сайд-квесты. Ты просто стучишься во все дома и ждешь, пока кто-то не захочет что-то от тебя. Но в реальной жизни повторять это не советую. Так, ты точно не Лукас? Перед тем, как мы войдем, я, наверное, должен упомянуть, что моя мама немного разозлится из-за того, что я так много времени не потратил на, ну, обход, на все эти, в общем, поручения. Я должен принести где все к полудню, но меня немного занесло, потому что делал другие вещи, но еще не говоря о том, Сани, что ты прямо чувствовал необходимость поработать на всех своих подработках и помочь 10 людям в городе, что тоже заняло довольно много времени, но неважно. Ну, ты знаешь, как оно бывает. В любом случае, я придумал решение для этого. Так, я вот думаю, ты должен войти внутрь первым. Так она сначала увидит тебя и обрадуется, и, что самое важное, она забудет накричать на меня. Видишь, победа, ну, все остаются в плюсе. Угу. Понял? Хорошо, пойдем. Собака, что вы думаете про этот план? О, это Гектор. Он спрашивает, я хороший мальчик? Думаю, очень хороший. Блин, а где же другой Гектор? Нам нужно найти другого Гектора, который не собака, а камень. Ну, а функция у меня примерно одну и ту же. Говорите, пожалуйста, настоящему Гектору, что я сравнил его с каким-то камнем. С другой стороны, возможно, даже почетно быть камнем. Так, ну ладно, смело входим внутрь. Так, задебайте маму Келли на себя. Где она? Блин, Келли, это... Не очень-то работает, если мы стоим рядом друг с другом. Так она заметит нас одновременно, и, возможно, злость не пересилит радость. Мама, Сани здесь! Ой-ой-ой! Что занять тебе так много времени, Келли? Я отправил тебе часы назад. Сколько нужно времени, чтобы принести кучу сэндвичей? О боже, это Санни? Да, так должно идти есть. Так здорово идти я снова. Но, дорогой, ты выглядишь таким худым, ты нормально ешь. Но когда мы в последний раз пытались поесть, это все закончилось походом в ванную. Точнее, даже всем в ванную, в общем, в санузел. Очень недавно, к сожалению, надолго не задерживается. Вот вещи, о которых ты просила, мама. Так, мы ему передали все, что мы назаказывали, назабирали. Поторопись, Саня, давай пойдем наверх в мою спальню. Как же он выйдет? Так, подождите-ка секундочку, молодой человек. Пока, мама, увидимся, когда будет готов ужин. Вот это он обошел, конечно. Так, ну что же, посмотрим, как живет Кель. Куча книг, основной не про рыбалку и гольф. Интересное увлечение. Да, рыбалка и гольф. Мне довольно симпатично. Так, это еще что за алтарь? Куча сильных фотографий. У Келли, конечно, много родственников. Дверь заперта. Может, тут живет Хира, которого нет. Так, тут у них, наверное, их ванная. Может быть, ты еще сможешь немножко потерпеть, Саня. Я хочу сейчас оказать мою комнату. Но, если что, не вини меня, если я причем какой-то урод окружения. Так, самое главное оценить постель. А, они же в одной комнате живут. Наверное, слева тогда комната родителей Келли и Хира. Ну вот, она чувствует себя как дома. Блин, чувствую, тут наград. Все в наградах. Все в наградах, после какие-то медали. Я в жизни видел столько наград. Смотри, у меня есть баскетбольное кольцо, ничего себе. Ну, мне кажется, немножко опасно кидать от него мячи, учитывая, что прямо под кольцом стоит проигрыватель. Да, в общем, значит, ты музыкальная колонка, прямо как я всегда и хотел. Точнее, проигрыватель. Вот, и сыграли тебе песню. Так, оценим музыкальный вкус Келли. Да, довольно неплохо. Но мама не позволяет мне играть, и проигрываю слишком громко. Потому что она говорит, что это плохо для Салли. Какая Салли? Я что-то упускаю? О, подожди, ты же еще не встречал Салли, да? Кто такая Салли? Знаешь что, Санни? Теперь я старший брат. Салли это моя малютка сестра. Моя мать, наверное, принесет ее вниз на ужин. Она правда маленькая, правда милая. Кель.
У двери девушка, но говоришь, она здесь, чтобы увидеться с тобой. А? Мне интересно, кто это может быть? Так, еще что-нибудь играется? Или я просто выключу, дай назад включу. Кровать Келли. Он в беспорядке. К сожалению, мы не оценили. Тут очень милое одеяло с баскетбольными мячами. Гардероб Келли. Тут лежит $20. Взять их? Мы взяли $20 из шкафа Келли. Ну, Келли вроде не против. И вообще достижение за это. Мы ограбили Келли. Но можно ли тащить грабежом, если мы взяли деньги прямо у него на глазах, и он не возражал? Может, просто постеснялся сказать нам? Ладно, в любом случае... Мы многое сделали для Келли. Мы помогли ему. Это наша плата. Да, друг из нас, конечно, так себе. Так, Олимпиада по математике. Городская, так понимаете, даже областная. Первая имеет снижение. Блин, как же Гира крут. Что-то про произношение. Готов по готовке соревнования. Соревнования по поеданию даже хот-догов. Жесть. Так, тут полно всяких экшн-фигурок и игрушек. Есть несколько новых дополнений с тех пор, как мы были здесь последний раз. Это было, наверное, давненько. Будильник для ответственных людей. Поставлен на 5 минут раньше, чем надо. Тогда я-то тоже очень ответственный. Я чуть ли не за час-два ставлю. До того, как надо. Правда, обычно я не просыпаюсь, когда я так ставлю будильник. Так, ну на рабочем столе Хиро все очень опрятно. Соревнования в дебатах. Улучшился больше всех. То есть не везде тут первые места. Слушайте, мы же видели, да, дом, в котором жил конь, у которого тоже был куча наград. Может быть, Хиро есть этот конь? Может, он подрабатывает конем? Так, кровать Хиро. В идеальном порядке, прямо как Хиро. Но, с другой стороны, думаю, что Хиро сам заправлял свою постель. Точнее, вряд ли кто-то вообще пользовался. Баскетбольный мяч. Тут большого вид нам нечего, к сожалению. У Келли никаких наград нет, хотя, как сказать. Ну, у него зато куча постеров, и, по-моему, тоже есть какая-то наградка. Эх. Да, единственная награда Келли. За участие в соревновании по еданию хот-догов. Ну, знаете, по крайней мере, он бесплатно покушал. Лично я считаю это победой. Так, ну ладно, давайте посмотрим, кто там у двери. Не узнаю. Полли. Эй, Келли, эй, Саня, вы простите, что так вторгаюсь. Мне просто интересно, знаете ли вы, где Базиль? Я думал, что может быть с вами. Базиль? Мы видели его раньше в парке, но это было довольно давно. Если идти, вы можете сказать ему вернуться домой? Я правда беспокоюсь за него. Это его няня, да? Конечно, Полли. Мы будем... Будем держать, так сказать... Смотреть в оба. Спасибо. Я знал, что могу положиться на вас, ребята. Базиль пропал сегодня, у него плохо причувствие из-за этого. Особенно учитывая, что неподалеку Обри и ее скутерская шайка. Можно с его найти его, пока не потемнело. Может быть и поискать его, мама? Пожалуйста. Ну, эта девушка выглядит ужасно беспокоенной. Ладно, просто вернитесь домой к ужину. Я не хочу повторения последнего года, чтобы в последнем году. Так, мы еще не бывали в этих комнатах. Тут у нас есть кошелек, господи. Зачем ты копаешь сумки моей мамы, Сани? Мы нашли баллончик, перцовый баллончик. Да господи! Воу, моей маме был перцовый баллончик? Она же пригодится, если у нас будут проблемы. Хорошее мышление, Сани. Господи, я уже всю семью Келли обобрал. Остался только отец и Хиро. Ну, у него еще много родственников, и которых мы тоже можем побрать. Это кто? О, вышла игрушка. Наверное, она принадлежит Гектору. Я подумал, что она принадлежит сестре Келли. Так, а в холодильнике может что-нибудь? Да, тут у нас много всякой еды по контейнерам. Брать мы ее не будем. Так, ну что же, мы вернулись в парк. Логично начать искать Базили с того места, где мы его видели в последний раз. Так, также можно задонатить мусор, с которым нам так любезно поделился Лукас. Деньги есть деньги. Так. Ну, Базиль тут нет. Блин, куда мы где-то Базиль? Я нигде его не вижу. Кто-нибудь, помогите! Саня, ты это слышал? Я думаю, это был Базиль. Помогите мне, пожалуйста! Откуда исходит его голос?
Подожди секунду. Я знаю это место. Глаз Базилия идет от нашего старого места для встреч. Слушайте, а что если это нынешнее место встреч Обри и ее шайки? Они же обсуждали что-то подобное. Похоже, она не изменяет своим старым привычкам в таком случае. Вход должен быть где-то здесь. Где-то здесь. Да, похоже, это место... О, глядите. Тут прямо эти пазы, помните, буквально все вещи, которые мы уже встречали. Помогите мне, кто-нибудь. Зачем разве ты кричишь, Базиль? Ты устраиваешь сцену. Это место наше секретное место для встреч. Не можешь здесь, потому что тебя не приглашали. Проклятие, Базиль. Будь тихим. Кто-нибудь найдет это место. Да, мы не так серчить тебе время. Раз хотим, чтобы ты убрался отсюда. Эй, прекратите это. У меня легкое чувство дежавю со вчерашнего. Что вы делаете с Базилием? Что за... Ворчит. Это снова Келли с Саней. Вы чего все время появляетесь? Как вы вообще нашли это место? Ну же, Обри, мы должны защитить нашу территорию. Что-то Обри совсем нехорошо. Обри? Уходи, Кель, тебе здесь не рады. Это наше место. Ну, а теперь это ваше место. Ну, раньше это было наше старое место. Разве нет, Обри? Слизи языком, или мы тебя поколотим. Ладно, если это будет так, тогда, по крайней мере, перестаньте издеваться над Базилием. Мы даже ничего не делали с ним. Он просто начал кричать без причины. Да, конечно, не делали. Почему я должен вам верить? Мы говорим правду. Прекрати быть таким самодовольным мудаком. Хорошо, я просто не знал, что... Ну же, ребята, давайте убедимся, что это последний раз, когда эти двое докапываются до нас. Вообще неплохо, как по мне. Я прямо за тобой, Демоферик. Давай разберемся с этим, Кель. Если ты и Саня ищете драки со мной моими друзьями, то вы ее получите. Давайте, банда, давайте преподадим им урок. Эх, как же мне нравится BTS, вот они слева направо. Блин, ситуация, честно говоря, выглядит немножечко напряженно. Так, ну однако они представляют собой одну сущность. Кстати говоря, взяли персовый баллончик для самозащиты. Давайте проверим, насколько он нам поможет. Ой-ой-ой-ой, как больно. Ой-ой-ой-ой-ой. Мои глаза. Блин, я просто представляю, как у Сани начинается репутация. Он постоянно чем-то вооружен. Хорошо, что мы уезжаем отсюда. Сначала нож, я персовый баллончик. А, мои глаза. Мастер, я не могу видеть. Что это за лобки такие? Ай, больно. Что это, черт возьми? Перцовый баллончик? Серьезно? Вы двое хуже всего. Слушайте, ну знаете, сбиты как бы тоже не очень честно. И вы в большинстве. Блин, я убийца. Я уничтожитель. Нам даже дали достижение искусства самозащиты. Нет, этого не может происходить. Как можно проиграть, когда их только двое? В этом вообще нет никакого смысла. RPG-механики не такие, ребят. Я хочу пойти домой. Давайте просто уйдем отсюда. Верно говоришь. Блин, мы заруинили всем отдых. Респект таким, как мы. Блин, не понимаю Базилия. Возможно, у него какой-то сильный развитый случай паранойи. Хотя, честно говоря, после вчерашнего тоже был. Я бы напрягся на его месте сильно. Ну, не знаю. Ты идешь, Обри? О, ладно. Встретимся позже тогда. Или просто руиним жизнь Обри налево и направо. Вот это мы, конечно, молодцы. Обри. Почему? Почему я отображаюсь возвращаться? Я раз хочу, чтобы вы оставили меня в покое.
Санни, почему? Почему ты появился сейчас? Раз хотите, чтобы вы перестали доставать Базилия. Да что, в чем ваши проблемы с ним вообще? Вы раньше были друзьями. Мы все раньше были. Ты думаешь, что это я хулиганка, но с вами тоже много чего не так. Или с тобой, не знаю, на косинке. Где ты был, когда Мария умерла? Где вы были, когда Мария умерла? Где был кто-то из вас? Хоть кто-то из вас. И ты! Ты хуже всех, Базиль. Как ты смеешься еще показывать свое лицо передо мной после того, что ты сделал? Обри, я... Отойди от меня! Ой-ой-ой-ой-ой! Черт. Что за черт, Обри? Что ты делаешь? Ты зашла слишком далеко. Стой, подожди, я не хотела. Санни, не переживай за Обри. Я займу ее. Просто иди, помоги Базилию. Мы же боимся плавать, разве нет? Этот страх я четко просто запомнил. А, я должен пойти помочь. Санни, разберусь с Обри. Ты должен пойти помочь Базилию. Что еще разве ты делаешь, Обри? Ты же слишком далеко. Бейся это в свою тупую башку, идиот. Я говорю тебе, это был несчастный случай, а мы должны что-то сделать. Вы хотите спасти Базилия? Что, можно так и отказаться? Конечно, я хочу спасти Базилия. Вообще всех хочу спасти. Я не хочу, чтобы кто-то страдал. О, как приятно оказаться у себя дома. Не открывается, да? Дверь заперта. Все в воде. Как я и люблю. В Heavy Rain, кстати, по-моему, была подобная сцена, где была галлюцинация с затопленным домом. Жаль, что в Heavy Rain это как бы все было бессмысленно. Так, это другой я? Тоже, кстати, боюсь утонуть. Я совсем плохо умею плавать. Может быть, Санни научит меня, как превозмогать свои страхи? Так, мы не можем пойти наверх. Ну, может, только вниз, на дно. Ах, ремейк Вадонахары выглядит просто прекрасно. Кстати, я бы на Санни поиграл, там же был какой-то ремастер Вадонахары. Что там поменяли? Я его перепрошел, на самом деле. Щупальца подбирается ко мне. Ну, если вода, то в ней могут быть всякие осьминоги, спрут, я понимаю. Но, может, они не будут меня трогать. Как темно. Опять нож. Это Мари? Честно говоря, из реакции Обри как-то все вот сводится к тому, да, что как будто Базиль. Ох, я знаю вас. Непонятная хтоническая штука. Сводится к тому, что Базиль какую-то большую роль принимал в смерти Марии или был ответственен за нее. Но возможно, что ему тоже что-то тащит вас вниз. Не знаю, то, что мы сейчас так увидели Мари просто и. Перед ней лежал нож. Может быть, мы и Базиль больше ответственны, но возможно, что Санни просто в таком состоянии из-за смерти своей сестры. Так, ладно, подводная хтонь. Вот что я люблю. Кого же атаковать, скиллы. Наверное, мне надо успокоиться, как всегда. Вдох, выдох. Мы даже восстановили здоровье. Что-то, действительно что-то. Атаковать, наверное, надо сфокусироваться. Или... Блин, я не помню, как я забыл, как побеждать свои страхи. Успокой свое сердцебиение. Не бойся, это не так страшно, как ты думаешь. Я начинаю почему думать, что может это голос Мари. Что она как бы присматривает за нами. Кто-нибудь просто не чувствует, должен продолжать. Не сдавайся. Неважно, насколько невозможным это кажется.
Вытяните голос и вспоминайте, как превозмогать, так сказать. Давайте новый навык используем. Так, один ход, сердце не может спуститься до нуля. Здоровье, да? Вдох, выдох. С презрением даже каким-то мы смотрим на хтонь. А теперь все гораздо лучше видно. Это просто водоросли. Они не страшные. Или это не водоросли, либо это мы внутри чего-то. Вода тянется, они в другом направлении. Это не помогает. Это вообще не помогает. Так, возможно, не надо продолжать превозмогать. Знаете, теперь, когда это стало светлее, не так уж и страшно. Страшно, когда ты не умеешь плавать. Надеюсь, Саня умеет плавать. В принципе, даже умея плавать, можно бояться утонуть нормально. Ну, нехорошего-то ничего нет, но... Ты, Мари. Это хера. Слушайте, а ведь мы сейчас все собрались вместе. Ну, все, кроме Мари. Вся наша старая компания. Похоже, что Базиль дышит ровно. Нужно отнести его в теплое место, быстро. Да, у него был тяжелый день. Давайте отнесем его домой как можно скорее. Подождите. Куда вы думаете, вы все идете? А, мне интересно... Я застрю на эту картинку для пикника наверху слева, такой, и думаю, может быть, она осталась после последнего визита Мари сюда. Ну, это вряд ли, но почему-то такая мысль меня посетила. Хватит, раз не думаешь, что ты уже причинил достаточно проблем. Ну же, ребята, мы должны идти. Блин, Кель, конечно, мне нравится, но он тоже, не знаю, себя ведет как-то супер незрело. Похоже, что такая мысль ровная, но он может идти домой как можно скорее. О, Хейра добавился к нам в команду. Он что-нибудь может? У него есть кулаки. Этого достаточно. Неужели Хиро тоже придется привечать в потасовках? То есть я не знаю. Понятно, что ими все движут эмоции, но никто и все не отказывается слушать друг друга. Если они просто выслушали друг друга, мне кажется, их жизнь стала бы гораздо проще. Но никто не хочет друг друга слушать. Так, может сохраниться. Да, наверное, давайте на этом закончим серию и отнесем Базилия к нему домой уже в следующий раз. Потому что мне не хочется, чтобы серия прямо сильно перевалила за час. Да, пожалуй, закончим на этом. Базиль с распущенными за волосами выглядит, конечно, довольно интересно, или мне кажется. Ладно. В общем, не знаю, блин, мне прямо очень-очень хочется узнать, что же вызывает в Обри такой гнев, что именно сделал Базиль. Но думаю, постепенно приближаясь к разгадке этой тайны, и Хиро вернулся к нам. Думаю, ему тоже будет что добавить в этой истории. Надеюсь, что вам серия понравилась, хотя первая половина и была сонной. Надеюсь, тем не менее, несмотря на сонливость, мне там удалось что-то хорошее наговорить, потому что я уже не помню. И я постараюсь, чтобы дальнейшие серии выходили почаще. У меня просто последняя неделя была занята из-за учебы, и я сбил режим себе сильный, по ночам я не могу записывать. Ну, могу, наверное, но я просто некомфортно себе сейчас записываю ночью, потому что боюсь, что это будет слишком громким, например, и так далее. В любом случае, спасибо за просмотр, надеюсь, что вам понравилось, и до новых встреч, друзья, до новых встреч в следующей серии о море. Всем пока!